Вот сейчас, к сожалению, никто не говорит, скажем, вот о таких вещах. Вот я подготовил. У нас, оказывается, с Евросоюзом давным-давно, у года, подписано. Просто никто не хочет сейчас об этом говорить. Вот я сейчас открою, вот, пожалуйста, эта выдержка. Это прямо с интернета я страничку. Лучше, чтобы не знали, да? Ну, конечно, да. Вот есть закон Украины о ратификации угоды про партнерство спецправительств между Украиной и Европейским спецтовариством и державами. Вот глава Верховной Рады Мороз, и было все это еще 10 листопада 94 року. Что они ратифицировали, вот ратифицировали, вернее, этим законом? А этим законом было ратифицировано куда же она у меня делась? Пропала куда-то. Вот этот, вот эта угода. Вот это сама эта угода, и можете найти вот на сайте Верховного Рада. Но сейчас, к сожалению, вот никто же, говорю, не хочет о ней говорить. Вот она, эта угода про партнерство с правительством между Украиной и Европейским спецтовариством, двоих державами через 44 страницы. Там больше, потому что в интернет-варианте столько. Вот я сейчас вордовский режим ее открою. Вы думаете, они случайно не хотят об этом говорить? Нет, мы сейчас об этом как раз и поговорим. Они почему, не случайно, почему? В этом же месяце начали это говорить. Да, почему? Конечно, да. Сейчас дело в том, что у нас присутствует человек, который был непосредственно при всем при этом и принимал эти законы. Поэтому нам, скажем, да, несколько получше. Поэтому. Это было до нас. Так, вот это угода. Вот члены, кто подписывал. Это королевство Бельгии, Дании, Немеччины. Дальше кто у нас там? Греция, да, Испания, Франция, Ирландия, Итальянская республика, Люксембург, Нидерланды, Португалия и Великобритания. И Ирландия. О чем, в общем-то, это было соглашение? Почему вот сейчас его хотят переподписать? Именно переподписать. А переподписать хотят лишь только потому, что по этой угоде Евросоюз имел некоторые обязательства. Дело в том, что когда готовили эту угоду, происходило разоружение Украины, и с Украины вывозили ядерное оружие. Я вам просто напоминаю, что вот если мы берем 91 год за счет, то Украина, если мы берем Украину, она входила в пятерку ядерных держав. Сейчас она туда не входит, в эту пятерку. А какое государство входит вместо Украины в пятерку ядерных держав, вместо нас? Израиль. Да, потому что часть... Да, было вылезено, да. Почти все разработки. Ну, не почти, но все разработки. Да. Ну, потом, может быть, еще скажете, что там с Южмашем делалось, как они-то все документы тоже забирали. Так вот, Украина занимала 5-е место. Сейчас никакое. Более того, Чернобыль был. И вот для того, чтобы компенсировать утрату ядерного оружия и для того, чтобы соответствовать евростандартам и прочим, Евросоюз обязывался по этой угоде предоставить финансовые средства. И вот эти финансовые средства эквивалентны как раз 160 миллиардам, о которых сейчас говорит Азаров. Что мы, говорит, взяли и посчитали, вот это примерно 160 миллиардов, нам нужно по 20 миллиардов на год, чтобы привести нашу промышленность и все, что у нас есть, для того, чтобы могла работать в условиях вот технических стандартов и прочего-прочего. То есть сумма эта взялась не просто вот с потолка, они так решил Азаров с Януковичем. Азаров в своем интервью, если вы слышали, сказал, что мы не можем обо всем сказать, то есть он не хочет сказать, что они взяли, подняли эту угоду, посмотрели обязательства Евросоюза. Они не выполнены, поэтому что они сказали? Вспомнили притчу, которая написана в книжке, не кидайте, да не кидаем и будете, и взяли, не подписали в Вильнюсе соглашение, эту новую угоду. Если бы только ее подписали, то тогда обязательства Евросоюза по этой угоде, они прекратились. И тогда бы они точно уже ничего не платили. Почему молчали президенты наши, первый, второй и третий? Ну, это вопрос к ним нужно будет задавать. Почему, скажем, эта угода осталась в таком вот забвении, почему сейчас о ней никто не вспоминает и не хотят вспоминать, а средства массовой информации, дана команда, просто не говорить об этом. Я бы хотела сказать, можно, да, Мороза подключить к этому делу? Поскольку его сейчас вообще
скажем так, засунули и не дают ему ни одного слова сказать, ну, можно как бы нам использовать этот момент. Так давайте. Взять у него интервью, и пусть он расскажет. Он сейчас с удовольствием, конечно, я думаю, это сделает. Ну, вот как раз мы предложим, да, мы предложим он Яровиту в следующий раз планировать, скажем, такой сюжет, для того, чтобы, в общем-то, очевидцы этих событий, мы-то за этими вещами следили, скажем так, из-за стен Верховной Рады, а он непосредственно в этом деле участвует. Как они договаривались, как сдавали ядерное оружие, каким образом это происходило, как сдавали Чернобыль, как сдавали всю эту зону, каким образом эти деньги не дошли, почему не дошли, почему их не дали, как не дали, и так далее, и так далее, и так далее. Мне интересно, это значит им признаться в собственных преступлениях? Да это не преступление, это просто обман, да и все. Что, разве обман это преступление? Нет. Ну да, вы сейчас прям так скажете. Да весь мир построен только на обмане. Ну как это так? Да Англия всегда всех кидала, кидает и будет кидать. Так вот, когда после акта провозглашения независимости, когда, в общем-то, был задуман вот этот вот обман Украины, почему? Украина с 91 года имеет статус колонии. Понятно, что колонии никто денег давать не будет, но это не в правилах, чтобы метрополия давала денег колонии. Поэтому, почему удалось им обмануть? Потому что на тот момент все-таки общественное мнение, если бы только этих денег, компенсации, не было предложено по этой угоде, то никто бы не пошел на подписание этой угоды. Никто бы не пошел, это нужно быть просто врагом своего народа и врагом государства, да, самому себе, да, поэтому тогда подписали. Но в связи с тем, что те, кто этим занимался, вот Мороз, а часть у нас ушли и в мир иной, те, кто участвовали в этих и переговорах, и подготовке этих документов, мы сейчас просто у них даже не можем спросить. Поэтому сейчас как раз пришло то время, когда вот переиначивают. То есть прошло 20 лет, а вы знаете, 20 лет это поколение, поколение уходит, те, кто это делал, к ним приходят сейчас на смену новые, те, которые об этом, в общем-то, ничего не знают. Должно было все, в общем-то, это произойти, вот подписание, еще при Ющенко. Но почему не получилось? Не получилось потому, что они просчитались в динамике изменения общественного сознания народа Украины. То есть, что получилось? Когда Янукович выиграл выборы, и Запад понял, что они не смогут продавить подписание угоды с Европейским Союзом, переподписать ее и тем самым уйти от ответственности за невыполнение обязательств своих по угоде 94 года, они сделали вот этот демарш, то есть вот эти тройной этап выборов и приводят Ющенко. Ющенко должен был за этот период изменить общественное сознание настолько, чтобы понимание евроинтеграции было настолько низким, чтобы вот те 40%, которые сейчас за евроинтеграцию, они как раз и появились. Вот в 2004 году такого количества не было. Было порядка 70% те, которые были за то, чтобы опять объединяться вот в некое объединение великое. Поэтому пришел к власти Ющенко. Вот за время Ющенко был проведен пятый этап так называемой украинизации. Общественное сознание изменилось. Если бы только кто-то во время Ющенко сказал, что вот переподписываем договор с Евросоюзом, да Ющенко бы даже не думал. Он бы подписал вообще не глядя, еще бы губы помадой бы намазал, три раза поцеловал бы там этот документ. Почему этого не делалось? Люди не были готовы. И вот только сейчас мы готовы, и то не до конца. Вот демарш Азарова и Януковича говорит о том, что народ Украины все-таки в основной массе своей понимает, что это гибель. Что подписание соглашения с Евросоюзом – это катастрофа, это уничтожение народа, это утрата всех земель. Фактически это аннексия, мы об этом говорили в прошлый раз. Вот. Это вот те события политические, которые вот проходили, и как это все готовилось. Не случайно у нас были все президенты. И Кучма поставлены был для этого. Вот. И Янукович, и Ющенко. Вот они готовили. Вот сейчас они подготовили. И вот сейчас, если только в эти годы мы не проснемся в ближайший год-два, то, возможно, как раз и будет сценарий. Так вот, на самом деле, финансовое положение Европы очень тяжело. Мы об этом в прошлый раз говорили. Если только сейчас они не присоединят Украину, не переварят ее и не изымут последние ресурсы, которые здесь остались, то, в общем-то, дефолт будет у всей Европы вместе взятый. Сейчас по 28 странам Европы подготовлен тот вариант, сценарий которого был прокатан на Кипре. То есть речь идет об изъятии депозитов, которые лежат на счетах в странах Европы.